Прадед участвовал в Великой Отечественной войне. Гусев Егор Васильевич родился в 1903 году в столице Новотроицкой, в семье казака. Семья была многодетной. Мой прадед был 13-м ребенком. До войны работал в колхозе, шофер. Войну окончил в Вене. Домой вернулся не сразу, помогал восстанавливать города. Я горжусь своим прадедом. Мой прапрадедушка Сивков Дмитрий Иванович родился в 1909 году на Урале. Вместе с тремя братьями он пошел на войну. Когда война закончилась, он не вернулся с войны. У него осталось двое детей, сын и дочка. Я очень горжусь своим дедушкой, прапрадедушкой. Прапрадедушка Галанин Иван Михайлович. Он родился 1 января 1900 года в селе Егорьевка Ярославской области. Он прошел всю войну, был пехотинцем. В 1943 году принимал участие в освобождении города Николаев. После войны жил в городе Сочи и работал в милиции. Умер в сентябре 1988 году. Награжден орденом Отечественной войны второй степени. На фото мой дедушка Вадий Ефрита Святи, Букреев Василий Андреевич, участник Советско-финской и Великой Отечественной войны, награжден медалями за взятие Будапешта и освобождение Сталинграда, Харькова и за боевые заслуги. Родился 22 апреля 1913 года, умер 17 мая 2005 года. Любим, гордимся, помним.
Синев Николай Иванович. Родился 23 февраля 1926 года. В 1943 году ушел на фронт. Учился в школе танкистов в Ашхабаде в Воронежском фронте. Был ранен. В 1944 году лежал в госпитале. Умер 2 октября 1993 года. Бугаткин Алексей Викторович. Родился 15 апреля 1927 года. Воевал на Западном фронте Украины. Освобождал Западную Украину от бандеров в городе Вильнюсе в 1945 году. Умер 27 сентября 2012 года. Мой прадед – участник Великой Отечественной войны, Мирошниченко Иван Николаевич. Погиб при исполнении воинского долга, сражаясь с врагом за Родину. Родился в 1903 году в Ростовской области, в большой семье донского казака. Детей в семье было 7, 5 сыновей и 2 дочери. До войны работал ветеринаром, на фронт ушел с 5 братьями. Погиб в июне 1943 года, получив тяжелое ранение. Похоронен в братской могиле в городе Казани. Из 5 братьев с войны вернулся только один. Я очень горжусь своим прадедушкой и его братьями. Мы живем в мирное время. Над нами мирное небо. Мы не должны забывать тех, кто подарил нам все это ценой своей жизни. Кто подарил нам мир. Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.